Улица Омская появится в Москве. Такого решения добились представительства региона при правительстве России и столичное Омское землячество. Это подарок нашему городу к 300-летию. Отмечу, что нам переименовывать какую-либо улицу в Московскую в качестве благодарности не придется, такая уже есть в Порт-Артуре. К слову, в честь нашего города названы улицы 14 российских и 3 украинских городов. Как Омск дотянулся до них в нашем комментарии. В прошлом веке те, кто из Омска уезжали, по нему еще скучали. Ностальгия омских рабочих, которые строили соседний Новониколаевск, отразилась в названии одной из его улиц. С тех пор город успели переименовать в Новосибирск, а небольшая улица, всего 350 метров, так и осталась Омской. А вот откуда в 1949 году Омская улица появилась в Томске, ученые до сих пор спорят. Одни считают, что это символ братства сибирских городов, другие, что название дала река Омь, хотя она по территории региона не протекает. Родился Омск в Санкт-Петербурге. Эта улица Приморского района примечательна большим количеством ЛЭП. Собственно, еще 70 лет назад она так и называлась – линия электропередач. Некоторые маленькие жители Екатеринбурга ходят в детский сад на Омской. И там же расположилось здание местного управления ФСБ. Есть свои омские в Уфе, Одессе и Калининграде. А в Будапеште в честь нашего города назвали целый парк. Теперь пройтись по Омской можно будет и в Москве. Со столичным размахом под улицу с приятным для мечей названием – выделили целый километр. Екатерина Хлемязева, новости здесь, Омск.